Добрый день всем. Мы на канале Едоки. Предлагаем вам приготовить блинчики с начинкой из блинной муки, а начинкой ветчина с овощами. Их можно есть как самостоятельное блюдо, можно использовать вместо хлеба. Для приготовления рецепта нарежем зеленый лук в количестве 50 грамм вот такими кусочками. Лук порезали, пересыпем в объемную миску. 50 грамм сыра. Нужно натереть вот на такой мелкой терочке. Сыр натерли, добавляем ему к зеленому луку. 80 грамм кукурузы консервированной, чайную ложку соевого соуса, 3 столовых ложки майонеза. Хорошенько все перемешиваю. Начинка будет готова. Начинка готова. Готовим тесто из блинной муки. 200 грамм блинной муки. Добавляем 65 миллилитров молока и замешиваем тесто. Мы сделали тесто, делим его на порции. Формируем колобочки. Получилось 8 кругляшков. Теперь их раскатываем. Нам потребуется 8 кусочков нарезки с колбасы либо с ветчины. Теперь заворачиваем трубочку. Края подворачиваем. И выкладываем на лист с пергаментной бумагой. Вот я приготовила блинчик для примера. А теперь показываю, как это делается в реальности. Ножом посередине прорезаю блинчик. Не до конца. Затем разделяю его так на две половинки. И добавляю начинку. Аккуратненько ее распределяю. Второй блинчик готов. Все наши блинчики надрезаны. А теперь я их заполню все начинкой. Наши блинчики готовы. Все с начинкой выпекаем 15-20 минут при температуре 180-190 градусов. Наши блинчики готовы с начиночкой. Вытаскиваем их на тарелочку. Снимаются они легко.